Так, привет, привет. Мы на складе. Обзор новинок. Что нашили на этой недельке? Вот появилась вот такая шикарная красота. Цвет голубая волна. Паркетная раскладка. Шикарный мех лисы. Это капюшон. Длина здесь 95-100 сантиметров. Шубка очень красивая, нарядная. Сейчас это самый модный, самый современный фасон. Так, отшит новый фасон, вот такой с манжетом из черноборки. Цвет графит, норка очень хорошая, воротник стойка с черноборкой. Вот она по спинке. Такая красота. Английский воротник, кимоношка, тоже цвет синий, очень редкий, такой эксклюзивный. С поясом, пояс. Английский воротник. Мех очень хороший. Вот она, такой фасончик оверсайз. Так, и вот такая вот колотый лед цвет. Манжет чернобурка, воротник чернобурка. Очень красивая расцветка, такой фасон. Новый. И по спильке. Вот она. Размеры разные. Так, классика тоже отшита. Черная с капюшонами. Вот такие москвички. Сейчас размерный ряд весь. Вот они идут, капюшоны, воротники. Вот колотый лед, тоже размерный ряд весь. Графит и темный графит. Графит с воротником стойкой. Так. И вот такая летучка. Тоже цвет синий, очень красивый. Размер сейчас посмотрим, какой здесь. Так, размер большой, 50-56, оверсайз. Тоже с капюшоном. Это новинки. Так, вот еще такие горжеточки на свадьбу. Графитик с черноборки. Ну и просто ходить. В орешке красивый цвет. Синий цвет. Черный орех. И расцветки вот такие. Ну вот они. Такой. Пудрочка и черный. Такие вот шубеечки интересные. Если нужно, эксклюзив. Немножко совсем. Вот такая красоточка появилась. Это летучка в цвете капучинка. Длина здесь примерно 80 сантиметров. Она идет под пояс с капюшоном. Плечи аккуратненькие. Норочка очень густая здесь. С капюшоном. Такая полулетяга. Полулетяга. Паркетик идет, так переходит от полностью в рукав. И элегантный пояс. Такая шубка автоледи. Шубка на каждый день. Одели и пошли. Вот она по спинке. Сейчас посмотрим с вами. Вот она по спинке. Такая вот и в автомобиль, и всегда набросили и пошли. Моделька такая классическая и оригинальная. Сейчас популярная. Вот такая красоточка появилась. Роскошная шубка. Модель называется кимоношка. Или можно ее назвать просто халат. Норка здесь невероятно густая. Это натуральный цвет орешек. Норочка очень густая. Самая топовая модель. Манжет подгибается. Вот она. Длина, кстати, их отшивается 110, 115, 120 сантиметров. Внутри проходит элегантный пояс. Он придает такую утонченность. Расцветки они разные есть. Таких красоток. Размеры все. Так, ну а это, пожалуйста, шубка автоледи. Опять же, в черном цвете. Курточный вариант. Идеальный фасон, аккуратный. Ничего здесь лишнего нету. Мех плотный, густой и очень теплый. Шубка замечательная. Кстати, отшивается до больших размеров, до 60-х. Такая красоточка. В 60-х размерах есть. Вот манжет отстегивается у шубки. Карман. Такая стильная, она хорошо смотрится на большом размере, такая курточка. Так, и по спинке сейчас посмотрим немножко.
Вот по спинке. Ну, модель называется рубашонка, рубашка. Паркетик такой не строгий, полукруг, овальный. Это доступно к заказу, все шубки. Так, ну вот фотографии. Это то, что мы смотрели. Шуба летучка. Это шуба автоледи. Вот, пожалуйста, прямая шубка с манжетом из чернобурки. Это цвет парламент, цвет электрик, роскошный. Вот, кимоноха в цвете электрик. И вот, пожалуйста, бирюза, роскошная бирюза, красивая шуба в бирюзе. Такая моделька идет, цвет колотый лед, манжет чернобурка. А это вот кимоно, шубка, мех нежный, красивый. Расцветки есть белые, желтые, красные, розовые, зеленые. И горжеточки на торжественный вечер и в ресторан. Все доступно к заказу, пишите, приезжайте.